Здоровенькі були люди добрі. На каналі Ріна Бар, Дальний Бой зі мною, ми з вами в штаті Вірджинія, на океані. В реальному смислі цього слова, в повному смислі цього слова. Океанчик, Вірджинія Біч. Еду я забирати грузик в Суфолк, Вірджинія. По бокам океан, сколько глазом глянь, мы сейчас опускаемся вниз туннеля. Это уже, наверное, ну, третий-четвертый раз, когда я это снимаю все. Поэтому, а все это океан, сколько глянь глазом. И мы едем, сейчас под низ идет туннелька. Под океанчиком. У меня все отлично, сегодня немножко напряжный день, потому что застряла в трафике Вашингтон, DC очень долго и впритык прям. Мне сейчас надо до 4 забрать груз, а пока думаю, что я буду там без 24. Так что прям все впритык-притык. Но ничего, надеюсь, что мы это сделаем, потому что у меня уже грузы на завтра взят. Мне как-то не хочется терять много денег, да, потому что реально в эту недельку нормально так 8 бабосики. И хочется так, чтобы оно завершилось, то, что запланировали. Ну и здесь сейчас трафики, лето, иногда что планируешь, не получается. Увы и ах. Две линии, получается, трафик собирается быстро, потому что. Скопчение машин, да. Скопление машин. Ой, кого-то мотоцикл там ревет, ну. Хорошая примета, да? И все, океанский мост, который бесконечный, да? Океан с обоих сторон красивый. Сколько глянь глазом. И трафик, слава богу, закончился, поэтому супер. Вот этот байкер орал там. В туннеле сильно его слышно было. Если вы впервые зашли на мой канал и вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь, оставайтесь со мной. Спасибо за то, что заходите, просматриваете мои видосики. Мое хобби, как говорится. Я снимаю это для вас, люди добрые. Чтобы вы путешествовали по USA.
34 по Фаренгейту. Жара. Июньская жара. Кстати, это знаменитые пляжи Вирджиния Бич. Знаменитые пляжи здесь. Отдыхать хорошо. Американцы не отдыхают практически у себя дома всегда. Вирджиния, Флорида, Калифорния, да? Ездить отдыхать по месту. Не надо ездить далеко. Огромная благодарочка, кто со мной проехался. Я с вами не прощаюсь, говорю до свидания, до новых встреч в Ютубе. Всем добра и мира, друзья!